Правда, я об этом знаю, я все прекрасно понимаю. Никто не возьмет на работу веника, агрессивного в прошлом шизофреника, когда куча кандидатов с эйфорией, с кристально чистой историей. Если не найду работу, увижу картину, не заплачу за этот месяц за квартиру. Да и химчистка костюма не бесплатна, в целом будет душенька несчастна. Жизнь расстроится.